По поручению депутатов Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрия Голубкова и Ларисы Лазутиной представители молодежного парламента Одинцовского городского округа посетили поликлинику номер 3 в рамках проекта «Народный контроль». Ранее Дмитрий Голубков выделил средства из депутатского фонда на модернизацию рентген-кабинета. Гостям продемонстрировали работу новой машины для печати рентгеновских снимков и их высокое качество.